Мое сегодняшнее сообщение продолжает работу над поэтическими текстами в рамках нашего проекта «Живой камень. От минералогии к мифопоэтике». Такие темы, как «Живой камень» или «Вода и камень», выводящие на оперативный простор фольклористов, этнологов и вдохновляющие архитекторов, в наиболее сложное положение ставят филологов, ибо в самой формуле «живой камень» содержится поэтическая составляющая, на которую следует делать поправку, обращаясь к поэтическим текстам. Поскольку в данном случае нашим предметом является не прием и не поэтический язык, а мифопоэтика и ее слагаемые. То же касается темы «Вода и камень» в поэзии, открывающей безграничные возможности в области, например, пейзажной лирики, где наличие тех или иных стихий связано, как правило, с поэтикой пейзажного пространства, но не с монадами авторского мировоззрения. Исключение составляют редкие образцы натурфилософской поэзии. С той же поправкой приходится говорить о поэтическом тандеме «волна и камень», если речь идет о русской поэзии, который по умолчанию активирует литературный источник и связанный с ним комплекс поэтических коннотаций. Поиски таким образом велись в направлении такого поэтического объекта, который бескомпромиссно укладывался бы не столько в название темы, сколько в ее семиологический изгиб. Нас интересовал текст, иносказательный смысл которого вырастал бы в первую очередь из его внутренней инженерии, где вода и камень фигурируют в качестве исходного поэтического стройматериала, претерпевающего в тексте смысловые превращения. Благодаря этому и возникает необходимый автору поэтический эффект и итоговый смысл, который вытекает из выбранного автором принципа взаимодействия этих двух субстанций. В этом случае, как представляется, у нас появляется возможность увидеть, как в поэтическом тексте работают или не работают связанные с камнем и водой культурные клише, и если работают, то в качестве словаря для какого высказывания. Сегодня мы с Верой Сергеевной Палиловой хотим предложить вам два небольших этюда на эту тему. Свой выбор мы остановили на двух разных по поэтике и происхождению текстах, демонстрирующих два столь же разных типа освоения архетипических значений камня и воды и связанной с ними культурной мифологии. Один из них – стихотворение Анатолия Горюшкина «Я озеро». О нем скажу я. Другое стихотворение Октавия Пасса «Вода, камень, ветер». О нем расскажет Вера Сергеевна. Анатолий Горюшкин, отечественный поэт, шестидесятник, 34-го года рождения, ныне здравствующий, редко публиковавшийся, за полвека 5 авторских сборников, стихи которого впервые получили известность среди выпускников московского журфака конца 50-х и вполне закономерно вскоре оказались востребованы в этом кругу в качестве поэтического материала для набиравшей обороты авторской песни. То есть речь идет о той поэтической субкультуре, где по преимуществу бытовали тексты с выстроенной и узнаваемой топикой, ориентированной на определенный литературный вкус и именно по этой причине использовавшие общий для этой среды набор поэтических и культурных ассоциаций. Стихотворение Горюшкина было выбрано как своего рода контрольный среднестатистический текст. С одной стороны, дань эпохи и четкая система литературных координат, с другой, и, наверное, это во-первых, чистое, без отягощения попадание в тему. Стихотворение такое. «Я озеро. След от весла оставлен вами. Он расплылся. Когда-то лодка здесь прошла, след, как ни странно, сохранился. Я удержать не в силах вздох, как быстро годы пролетели, а воды озера, как воск,
застыли и окаменели. Привлекло в тексте еще одно – прозрачность партитуры и, по сути, безотходная работа с тем мифопоэтическим ресурсом, который содержит в себе общекультурная символика воды и камня. Перед нами развернутая и при этом предельно лаконичная метафора памяти. Этим эффектом она обязана тому обстоятельству, что мифологемы воды и камня здесь не сопоставляются и не противопоставляются, а предстают как две перетекающие друг друга стихии, а точнее, как два крайних состояния некой одной развивающейся во времени субстанции. Слагаемые этой метафоры, передающей превращение первого живого воспоминания, след от весла оставлен, в отлитый временем памятник застыли и окаменели, также оказываются родственны друг другу. И вода, и камень, и появляющийся между ними воск традиционно фигурируют в культуре как символические носители и хранители информации. В тексте же стихотворения их цепочка, их последовательность выступает в роли своеобразного хронометра. След в живой воде и сама стихия воды соотносятся, как и положено, с рождением сюжета, началом движения. Воск, промежуточная стадия, символизирует сложившееся воспоминание, первый сгусток памяти. Тоже точное образное попадание, воск в воде не растворяется и не тонет. И консервация памяти, окаменение, памятник. Ахматова, которая, конечно, пришла на ум, объединяя в близком контексте камень и воду, отталкивается в данном случае от более традиционного типа их взаимоотношений, как белый камень в глубине колодца лежит во мне одно воспоминание. Камень, погруженный в живую и здесь еще прозрачную, кто вглядится в моих глазах, увидит, то есть прозрачную, живую среду, проявляется, становится ощутимым, и поэтому воспоминание живет. Горюшкин же предлагает, ну, такую реверс-метафору. Мертвеют смыкающиеся над воспоминанием воды. В его тексте воды озера и их превращение в камень вехи на шкале времени, и след от весла и метафорически, и ассоциативно-визуально своеобразная рана по-живому. И эту рану время не лечит, но превращает в затвердевающий рубец, знак памяти, которая и есть застывшие воды, остановившееся время. Год назад на одном из наших семинаров присутствующий здесь Александр Гербертович Рапопорт выступал с докладом, который назывался «Мокрый камень», где говорил, в частности, о воде и камне, как о двух самостоятельно существующих субстанциях памяти. В моменты же, когда субстанции сходятся и или проникают в друг друга, то есть входят, пользуясь терминологией Александра Гербертовича, в состояние резонанса, самый простой случай в природе, набегающая на камень волна, возникает проверенный эстетический эффект и то, что можно условно назвать обновлением информационного ресурса. Субстанции входят в диалог. Диалог рождает новые смыслы, наложение смыслов образует метафору. Прием, часто используемый в городской и садово-парковой архитектуре. И нечто подобное, на мой взгляд, происходит и в тексте Анатолия Горюшкина, где традиционные мифологемы, приведенные к общему смысловому знаменателю память, дают на выходе метафору,
силовое поле которой подтягивает и проявляет всю прежде приглушенную, но сопутствовавшую опорным мифологемам семантику. Размышляя над этим стихотворением, я все еще пребывала в поиске аналогичным образом устроенных текстов, текстов массовой культуры, использующий тот же словарь и, возможно, тот же прием. И совершенно случайно 2 недели назад в Будапеште наткнулась на один уличный фонтан, который хочу в заключение продемонстрировать. Его главный эффект, как мы видим, рассчитан на то, что будет вычитана вся парадигма смыслов, делегированная культурой союзу воды и камня. Камень и вода здесь не просто слагаемые, но тот базовый код, владение которым позволяет, совершив ряд семантических манипуляций, получить на выходе некое послание, новый текст, близкий в данном случае к поэтическому по форме и типу высказывания. Перед нами архитектурная метафора оживающей памяти, с верой возможных дальнейших интерпретаций, в основе которой лежат смыслы, традиционно приписываемые культурой камню, как хранителю памяти, памятнику, носителю информации, и воде, как источнику жизни, возрождающему началу. Но здесь идея ретрансляции памяти, ее обновления, делегируется не просто воде, но потоку, технически, а по сути поэтически, преображенному в набегающую на камень волну. Волна умывает камень, проявляя его выражение, сущность, и волну – страницу символического ключа, размыкающего памятник. Таким образом, волна и камень – знак открытия, начала сюжета. В данном случае волна вскрывает или, пользуясь сегодняшним языком, активирует ресурс, превращая его в текст, информационный поток. Поток, затихая, консервируется в ресурсе, и именно эти две ипостаси и представлены в фонтанном комплексе на Университетской площади в Будапеште. Выглядит это так. Спасибо за внимание. Мне кажется, что окаменелая волна – это такая абсолютная универсалия в изобразительном искусстве, полная, начиная с неолитической скульптуры, где волосы изображены женских персонажей в виде волны, кончая головкиной. Можете, мне показалось, Наташа, или эта семантика имелась в виду в одной из ваших иллюстраций, где надгробные камни напоминают волну, он как бы, знаете, такой прерывающийся меандр. Он вот так вот идет, и еще внутри выбита вот такая меандровая петля.